Технология выращивания люпина очень простая. Главное знать, какой почве люпин отдает предпочтение и в какой период года его нужно сажать. Многолетний люпин в особом уходе не нуждается. Он может хорошо расти, как и в тени, так и на солнце. Но если вы хотите, чтобы цветение было наиболее пышным, тогда лучше всего его посадить в легкой тени. Это растение отдает предпочтение слабокислым или слабощелочным почвам. Если же почва будет слишком кислой, то растение скорее всего вырастет слабым и с бледными листочками. При щелочных почвах у люпина может возникнуть хлороз листьев. Поэтому, перед тем как посадить растение, обязательно поинтересуйтесь почвой, в которой он будет расти. В случае, если почва очень кислая, ее нужно обязательно известковать с помощью известковой или доломитовой кислоты. Если вы хотите вырастить люпин многолетний из семян, то сеять его нужно в апреле, после того, как сойдет снег. Не забудьте еще с осени подготовить место и грунт. Перед посадкой семена люпина рекомендуется обработать 50% нимфундазолом. Первое цветение растения можно будет увидеть только через год, примерно в мае. Также люпины можно сеять осенью в период с конца октября до ноября. Семена нужно поместить в почву на глубину 2 см, при этом не забывая прикрыть их сверху небольшим количеством сухого торфа. Если же почва песчаная, то глубина посева может достичь до 6-8 см. Плюс такого посева заключается в том, что уже после схода снега растение взойдет, и уже в августе вы будете любоваться его цветением. Когда нужно сажать? Все зависит от того, в каком виде вы сажаете люпин. Если это семена, то существует два периода для его посадки. Осенний и весенний период. При весенней посадке семян, растения зацветут на следующий год. Если сажать их осенью, то уже летом растение зацветет. Посадка и уход. В первый год после посадки растения уход за ним не слишком тяжелый. Вам всего лишь понадобится разрыхлять почву и удалять сорняки. На следующий год где-то весной необходимо будет подкармливать растения минеральными удобрениями. Для этого вам понадобится на 1 м² площади внести 10-20 г суперфосфора и 5 г хлористого калия. Если у вас растут люпины не первый год, то обращайте внимание на корневую шейку цветка, так как с годами она может подниматься над поверхностью почвы, в результате чего средняя часть куста будет отмирать, и боковые розетки будут обособляться. В таком случае растения нужно окучивать, чтобы они сохранили свой декоративный вид. Но все же люпин старше 4 лет рекомендуют заменять. Если вы хотите продлить цветение, тогда регулярно нужно обрезать засохшие соцветия до образования на них семян. Что касается старых кустов, то их не стоит пересаживать. Если в вашей местности постоянно дуют ветры, то цветы нужно подвязать к опоре, чтобы они не сломались.